Друзья, с вами Дикий Лев. И сегодня мы будем играть под вот такую игру, короче, спутался. Вот, тут как, вот, видишь, тут на надписи что-то сильно высокий сделал. Ему надо было еще чуть-чуть посерединке. Ладно, мне тут между машинок писульней нарисовать. Ну блин, только он без яиц остался. Ладно. Куда шарик покатился? Ты не станешь колесом. Тебя был в цирк отправить. Что за херня? Мяу. Нифига себе он. Нахер ты меня-то пересадил? На, сосни. Он улетел. Мяу. 30 уровень. Почему? Смотри, сколько денег не хватает. Ребят, чтобы вы понимали, цены по карте могут быть в 2 раза меньше. Вот, пожалуйста, смотрите. Поэтому мы сделали приложение, где можно выпускать скидочные карты. Теперь ни один магазин, ни один производитель не сможет надурить и заработать на вас. Можно покупать все по желтым ценникам и экономить кучу денег. В общем, ссылку на остановку я прикрепила под видео. Скачайте его и выпустите там хоть все карточки. Это все равно абсолютно бесплатно. На этих денег завалились. Мамка еще получает за $1 000 000. Вот это надо петуни нарисовать. Вот, блин, сорвался. Да-да-да. Все, он меня со шашлык делает. И тебе тут не курица, что... Мне палку дали. Мне палку уже давали. 100 миллионов, 260. Вот клеточка, чтобы дождь не провалил. И вот такая башка. На что похоже.